Вот мы с тобой все время мучаем Акинатора, задаем ему всякие вопросы, загадываем персонажей. Но у нас же есть еще один очень интересный ассистент Алиса, которая тоже умеет отгадывать бравлеров. Ой, я, кажется, тебе немного дал подсказку, что у нас сейчас будет первый бравлер. Поэтому давай знаешь, что мы сделаем прямо сейчас. Загадаем первого персонажа нашей Алисе. Алиса, давай поиграем в угадай персонажа. Запускаем навык угадай персонажа. Чтобы выйти, скажите хватит. Алиса, стоп! Я совсем забыл, у меня же колонка еще... У меня колонка еще стоит, а разговаривай там, сейчас я с ней разберусь. Фух, ну все, я с ней разобрался, теперь уже давай в нормальную Алису поиграем, просто там на колонке-то вообще ничего не понятно будет, вы же картинки-то никакие не видите. Алиса, угадай персонажа. Запускаю. О, хорошо. Поиграем в угадай персонажа. Да. Ваш персонаж женщина? Не, я загадал бравлера мальчика. Кстати, ты сейчас ваш пока смотришь... Ваш персонаж существует в реальности? Нет, он не существует. Пока ты смотришь, просто у попробуй вашего тоже... У вашего персонажа человеческая голова? Попробуй тоже вместе с Алисой отгадать, какого персонажа я загадал. Да, человеческая голова. Ой, что-то я призадумалась. Пожалуйста, повторите. У вас... В смысле призадумалась, блин? Я не понял прикола. Ой, что-то я призадумалась. Алло. Пожалуйста, повторите. Да, Алиса... Ваш персонаж как-то связан с аниме или мангой? То есть ты еще и вопросы будешь такие же задавать, да? Подожди, стой, не слушай меня. Ты че? Я думал то, что ты абсолютно другой ассистент, и ты по-другому будешь персонажа угадывать. А она задает такие же тупые вопросы, как и Акинатор. Нет, не связано с аниме вообще ни капельки. Ваш персонаж из аниме и манги Наруто? Я ж тебе сказал то, что он с аниме не связан. Нет! У вашего персонажа темные волосы? Насколько я помню, вроде бы да. Да, а как-то можно у него микрофон отключить, чтобы она меня не слушала? Ваш персонаж обладает сверхъестественными способностями? Ну, у всех бравлеров есть какие-то сверхъестественные способности. В принципе, логично. В принципе, поэтому да. Ну, кроме Шельки, наверное, у него дробовик. Ваш персонаж использует меч? Не, он самый настоящий... А, не, ты же должен еще отгадать, поэтому... Ваш персонаж относится к манге. Аниме Джоджо из Bizarre Adventure? Нет, нет, он не главный герой сериала, ты ошиблась. Ваш персонаж из видеоигры? Да. Извините, я задумалась. Повторите, пожалуйста. Имя вашего персонажа состоит из трех букв? Нет, из четырех. Ваш персонаж любит летучих мышей? Не знаю. Она, наверное, имела в виду Мортиса. Ваш персонаж носит головной убор, шляпу или берет, или корону? Ну там, ну, повязка есть. Это считается как головной убор или нет? Давай скажу, что возможно. Извините, диалог не отвечает. Это что-то новенькое. В смысле диалог не отвечает? Алиса, продолжи. Извините, я задумалась. Повторите, пожалуйста. Ваш персонаж... Мне кажется, это будет очень имя сложно. Вашего персонажа состоит из пяти букв? Я сказала, из трех, из пяти букв, а имя состоит из четырех. Блин, нет, не из пяти. Есть ли у вашего персонажа педагогический стаж? Его! Не знаю. Знаком ли ваш персонаж с идеями космологии? Да я не знаю. Вашего персонажа называют пилотом? Короче, я сделал свой вывод. Она все-таки глупее, чем Акинатор. Вопросы у нее еще какие-то более тупые. Я думала, она тоже самое будет спрашивать. Она про каких-то пилотов спрашивает. Нет, какой нафиг пилот? Он вообще каратист. Вот это поворот! Дурак! Извините, я задумалась. Нет, он не пилот. Я тебе подсказку дал, да? Возьми и лайкос свой поставь, и в комментариях напиши, что же за бравлер. Извините, я... Ты чё, блин, да долго думаешь-то, а? Извините, я задумалась. Ты серьёзно? Упс, вы не должны видеть это сообщение. Что-то сломалось. Пожалуйста, перезапустите навык. Тяжело. Тяжело. Алиса, угадай персонажа. Поиграем в угадай персонажа. Подумайте, и загадайте. Ваш персонаж существует в реальности? Нет. Ваш персонаж человек? Короче, ну его нафиг этого персонажа, давай лучше загадаем кого-нибудь другого. Если что, раунд номер два. Считаем, что первая она зафейлила. Глупая Алиса какая-то. Нет, он не человек в этот раз. Ну а ты-то чё расслабился? Тебе тоже сейчас вообще-то нужно угадывать, что за персонажа я загадал. Ваш в этот персонаж раз не робот? Ну, возможно, я не знаю. Ваш персонаж связан с игрой Five Nights at Freddy S. At Freddy S. Нет, не связан. Я немножечко из другой игры загадал персонажа. У вашего персонажа есть руки? Да, конечно, две руки. Ваш персонаж плохой? Ну, не то чтобы плохой, он очень злой, прям капец как. Поэтому давай скажем, что да. У вашего персонажа есть шерсть? Допустим, есть. Мне кажется, в этот раз будет немного полегче. Ваш персонаж синего цвета?
Да. Вашему персонажу больше 80 лет? Я не знаю. Конечно. Ой, что-то я призадумалась. Не знаю. Ой, что-то я призадумалась. Ты призадумалась уже четвертый раз подряд, между прочим. Вы не должны видеть это сообщение. Что-то сломалось. Это печально. А это чище за вопрос такой? В смысле похож на телефон? Ты чё, вообще дурында, что ли, нет? Ваш персонаж из металла? Нет, он обычная игрушка. Ваш персонаж из видеоигры? Короче, я понял лайфхак. Когда вот она призадумалась, я просто уже еще целую кучу вопросов позадавал, точнее, она мне позадавала. И короче, если она призадумалась, нужно просто вариант ответа другой менять, и все, тогда будет все нормально. Но это не точно. Из видеоигры? Он, да, из видеоигры. Вообще-то я тебе уже отвечал. Ваш персонаж ходит на двух ногах? Конечно, да. Ваш персонаж синего цвета? Да, ты уже спрашивала. Ой, что-то я призадумалась. Возможно. Ваш персонаж любит рыбное печенье? Блин, я не знаю, на самом деле, не спрашивал. Ваш персонаж дошел до нас в виде мумии? Нет, он полноценный. У вашего персонажа есть шерсть? Да. Ваш персонаж из комиксов Бабл? Ваш персонаж главный злодей игры? Да, возможно. Упс, вы не должны видеть это сообщение. Что-то сломалось. Пожалуйста, перезапустите навык. Я, блин, вообще нифига не понимаю. Алиса вроде должна быть адекватная. Я с ней до этого вчера даже играл на своей колонке. Вот она всех нормально отгадывала. А сейчас она что-то прям вообще жестко тормозит. То ли из-за того, что я ей быстро отвечаю, то ли что. Я не понимаю. Но она же вообще была так близко. Она спрашивала про синюю шерсть. Да, это был Хаги-Ваги. Я хотел ей задать максимально язычный вопрос. А она, блин, фигня какая-то, а. Но я тут полазил по ютубчику и увидел, как Алиса угадывает персонажей. И, короче, она угадывает Ворона из Brawl Stars. И если она дает неправильный ответ, то автор этого видосика просто подстраивает под этот правильный ответ. Вот там спросила, типа, Алиса, это женщина? Вот так бы выглядела женщина-ворон. Необычно. Погнали смотреть, ваш что будет дальше. Ваш персонаж из реальной жизни? Почти. Ваш персонаж как-то связан с аниме или мангой? Не связан. О, это что, типа Наруто такой? У вашего персонажа человеческая голова? Ваш персонаж герой мультфильма? Подожди, это что за мультик? Это же этот... Три воронушек? В смысле? Не, подожди. Это три кота! Я, блин, почему-то подумал, что это свинка Пеппа. Ты что, с ума сошел? Похоже немного, но ладно, ошибся. Ваш персонаж из игры Brawl Stars? А если правильный ответ, то там появляется вот этот вот заяц, которого ты только что видел. Связан ли ваш персонаж с динозаврами? Вот так бы выглядели динозавры в Brawl Stars. Да, это вам не бас какой-нибудь там. Персонаж зеленый? Ну, ваш персонаж очень жидкий? Это больше ваш на сквика похоже. Ваш персонаж из мобильной игры? Ваш персонаж участвует в боях? У вашего персонажа есть руки? Ну... Ваш персонаж известный фитнес-инструктор? Нет. А я думал, будет еще какой-нибудь мимас. Ладно. А желтого цвета? Нет. Ваш персонаж родом из Индии? У вашего персонажа есть глаза? Офигеть, у персонажа есть глаза. А что может быть, блин, за персонаж без глаз? Ну да, может быть, ладно, персонаж согласен. Персонаж из мультфильма Infinity Train, бесконечный поезд. Я тоже не знаю, что это. Ваш персонаж круглый? Почти. Ваш персонаж летает? У вашего персонажа одна голова? В смысле? Мне кажется, правила этого видосика вышли немного из-под контроля. Ну ладно. Ваш персонаж связан с игрой Майнкрафт? Это чего? У вашего персонажа есть клюв? Ваш персонаж ассоциируется с черным цветом? Да. Это... Это Кроу, ворон. Верно? Верно. Алиса, вот почему здесь, блин, Алиса угадала, а у меня не смогла? Я вот вообще прикола не понимаю. Ну ладно, я думаю, то, что мы Ализе еще обязательно дадим второй шанс, но только после того, как ты поставишь лайк на это видео и подпишешься на канал. А еще посмотришь предыдущее видео, где я уже загадывал персонажа Акинатору. Он хотя бы поумнее был, хотя бы кого-то отгадывал. Ну, капец, вот видосик просто посмотри, желательно до конца. Угу.